Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз, карта дня на 24 ноября 2023 года. Так, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же нас ожидает в этот день. Прогноз у нас общий. Тайм-коды для каждого знака зодиака я оставлю ниже под видео в описании. Так, 24 ноября. Общая карта дня. Хороший, стабильный день. Подходит отлично для решения финансовых вопросов. То есть для трудоустройства, для получения каких-то выплат, для повышения по службе, допустим. Открываются новые возможности. Хорошие, выгодные предложения. Но в целом даже эта карта говорит о стабильности. Да? То есть то, что мы имеем, это наша большая ценность. Да, начнем еще с этого. Что в позитиве? В позитиве получение какого-то намека, да, на то, что ожидания не напрасны. То есть на самом деле мы можем здесь по поводу чего-то, скажем, трудиться, о чем-то или о ком-то заботиться, да, прилагать какие-то усилия, но до конца вроде мы и не знаем, то есть на самом деле есть ли смысл это вообще делать. То есть нам неизвестен какой-то конечный результат. Но так как семерка пентаклей выпадает у нас в позитиве, мы понимаем, что наши ожидания не напрасны. То есть в этот день мы еще каких-то конкретных явных плодов не получаем, да, результатов пока нет, но мы получим какой-то знак, сигнал, там, я не знаю, сообщение о том, что, в принципе, все возможно. Так, хорошо, что в негативе? В негативе, я думаю, что, во-первых, отказ от ожидания, это раз, неверие во что-то, это два, а в-третьих, когда человека, скажем так, когда человека больше манит какая-то одна сторона, да, то есть когда человек не сохраняет состояние баланса, вот это в негативе. То есть все хорошо в меру. И об этом нужно помнить. На что следует обратить внимание? На маму, на жену, на некую женщину, которая является для вас очень важной и авторитетной. Также обратите внимание на ваше здоровье. Хорошо. Что в личных отношениях? В личных отношениях тут какие-то будут предложения, какие-то варианты. Будете что-то рассматривать, обдумывать, оговаривать. Будете стараться сохранить тот самый баланс, да, то есть не навредить. Будете стараться не навредить. Будете стараться сохранить мир. Вот. И в принципе, вы будете делать все для того, чтобы в вашем доме, в вашей семье было комфортно и уютно. Легкость. И присутствовала определенная легкость в отношениях. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере важную роль будет играть женщина. Здесь идут амбиции, страсть. Женщина достаточно такая характерная, может быть. Либо это вы вообще. То есть, может быть, это вы на кого-то будете так оказывать свое влияние. И кто-то будет очарован вами. Ну, либо это какая-то женщина в вашем окружении, да, на работе, которая тоже будет что-то требовать, будет что-то хотеть, или же будет задавать тон вот в этих отношениях рабочих. Хорошо. Какой-то день для поиска работы. Хороший. Ищите, я думаю, что найдете хорошее, выгодное предложение. Далее. Какое-то, если запланирована встреча, как она пройдет? Встреча пройдет, в принципе, спокойно, но что-то вы не выясните, не поймете. Какого-то конкретного результата этой встречи еще пока что нет. Нужно будет таки, да, подождать. Какие-то могут быть тайны, недосказанности, то есть неясности, то есть еще не вся информация открыта. Если вы планируете покупки, покупайте. День для этого хороший. Можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать в долг? Да. Можно ли брать в кредит? Нет. Общий совет карт. Не позволяйте вас обижать. В шутку.
или не в шутку, неважно. Вас ожидает счастливый случай, воспользуйтесь им. Ну, знаете, я бы еще сказала, что здесь появится случай за себя постоять. Дать ответ за себя. Послание. Будьте с собой. Вам нужно сохранить свое подлинное «я», основу вашей силы. Хорошо. Овны, карта дня для вас. Для Овнов будет важно сохранять баланс вот в этот день. Не переусердствуйте в чем-то. Сохраняйте вот правила золотой середины. Всему вы должны будете знать меру. Особо не напрягайте себя вот в плане физических каких-то нагрузок. Будьте аккуратны в этом вопросе. Важную роль будет играть личное отношение, атмосфера в вашем доме, да, то, что у вас в семье происходит. В целом, знаете, есть какие-то трудности, есть какие-то препятствия на вашем пути, но вы это все преодолеете, вы это все пройдете. В чем будет ваша сила, Овны? Ну, во-первых, в том, что на самом деле вы не можете все предугадать. И вот в этом как раз и будет в данной ситуации ваша сила. Вы настраиваетесь на что-то одно, но это не означает, да, что будет именно так. То есть эффект неожиданности еще никто не отменял. Совет. Не действуйте в одиночку, действуйте сообща, договаривайтесь, распределяйте обязанности. Но не позволяйте людям вас обманывать или играть перед вами. Тельцы, карта дня для вас. Для тельцов хороший день, здесь будет какое-то общение, распределение обязанностей, получение финансов. Вы сможете обойти какую-то трудную ситуацию, как будто бы там, где, казалось бы, уже тупик, все, то есть появится возможность, появится какая-то лазейка. Вы сможете воспользоваться вот этой ситуацией, этим положением, да, и получить желаемое. Да, вас ожидает успех. Ну и благополучие. В чем будет ваша сила, тельцы? Вы сможете выбраться из какой-то запутанной ситуации. Так, не ту колоду взяла. Так, и совет. Совет. Не спешите. Главное, здесь не должно быть спешки. Тогда вы сможете избежать каких-либо ошибок. Хорошо. Близнецы, карта дня для вас. Ну, те же карты, что и были у тельца. Здесь получение какой-то выгоды. Вы сможете что-то для себя с благополучием решить. Получите желаемые результаты, деньги. Внезапная какая-то может быть дорога у вас, то есть может быть вы планировали какой-то более долгий путь, а тут вы как будто напрямик вот возьмете и придете, то есть как короткий путь какой-то найдете к решению того или иного вопроса. Документы, решите вопрос по поводу документов. Сила ваша будет заключаться в любви, в чувствах.
Да, и вы сможете договориться. Очень важно, возможно, будет встреча какая-то. И вот вы сможете что-то для себя решить, развеять какие-то иллюзии благодаря этой встрече. Раки, карта дня для вас. Для раков хороший день, получение хороших каких-то новостей, процветание, успех, исполнение желания, прилив жизненных сил, решение вопросов, связанных с человеком казенным. Это может быть врач, это может быть там полицейский, военный, допустим, тот вас ждет успех, продвижение в ваших делах. То есть ваша дорога будет открыта, все решится. Сила будет заключаться в том, что вы настроены на позитив. Совет. Получайте от жизни удовольствие. Наслаждайтесь ею. Далее. Львы, карта дня для вас. Для львов хороший день, получение важных новостей откуда-то издалека. Вы, может быть, будете планировать поездку, будете планировать что-то, какие-то варианты будете рассматривать, будете стараться везде успеть, везде побывать, что-то для себя новое открыть, узнать. Вообще, вы будете открыты ко всему новому. Вот в этот день сила ваша будет заключаться в трудолюбии. То есть, тут ожидает вас успех в работе в этот день. Может быть, вам предложат работу в другом городе или в другой стране. Вот. Но совет, покоряйте новые какие-то земли, новые площадки какие-то, да. То есть, как будто здесь открыта вам дорога, открыт путь к продвижению. Хорошо. Далее смотрим девы. Девы, карта дня для вас. Итак, девы. Для дев день хороший. Здесь получение каких-то какой-то ценной информации важной, получение наставления, покровительства, улучшение обстоятельств, ситуации вообще в доме, атмосфера в доме у вас улучшится, праздник, хорошее настроение, стабильность, какой-то наставник, да, человек, которому вы будете очень доверять, вот с этим человеком вы будете общаться, и скорее всего, что этот человек откроет вам какую-то информацию, то, что было ранее для вас закрыто. Может быть, получите дельный совет, покровительство высших сил. Да, здесь вот высшие силы покровительствуют вашему дому. Продвижение в делах вас ожидает. Ну и любовь, сила ваша в любви. Что все время эту колоду хочу взять? Так, ладно. С собой, проявляйте себя, будьте с собой, будьте разными, да, то есть показывайте не только одну свою сторону, да, не только одни какие-то качества, ваши умения, проявляйте то, что у вас есть, то, что у вас заложено. Так, далее весы, карта дня для вас. Для весов хороший день, здесь какая-то игра, может вы будете действительно играть, какие-то развлечения у вас могут быть, легкость, исполнение желания,
Но здесь вы как подниметесь на какую-то высоту. Может быть, вы будете где-то на высоте либо работать, либо будете посещать какие-то там магазины, к примеру, салоны, там, я не знаю, какие-то компании, которые находятся на высоте. Либо это говорит о уровне, высоком уровне чего-то. Но это то, что будет приносить вам благополучие, принесет благополучие. Тут как перемена какая-то у вас будет. Трансформация, перемена. В судьбе будет ваше что-то меняться. Но помните, что оказавшись на этой высоте, очень легко сорваться вниз. Да? То есть важно здесь удержаться, потому что мы видим, здесь девушка стоит всего лишь на одной ноге. И ей нужно балансировать. Это очень тяжело. И вот ваша задача – удержать это равновесие. Необходимо бороться со страхами. Далее, скорпионы, карта дня для вас. Для скорпионов новый какой-то путь, но смотрите, возможно, вы захотите что-то ускорить. Может быть, вы не захотите долго ждать чего-то. Вы, возможно, предпочтете какое-то быстрое решение того или иного вопроса. Смотрите, чтобы вы не допустили какую-то ошибку. Потому что здесь что-то может быть неправильно. Вот этот быстрый путь, то, что вы хотите как-то все как подогнать быстренько-быстренько, ну, оно не приведет к чему-то хорошему. Дорога, перемена в вашей жизни. Вообще открываются какие-то возможности. Как вариант, поедете где-то в другой город, в другую страну. Сила ваша будет заключаться в каком-то амулете. Может быть, вам в эту дорогу нужно взять амулет, или вы за амулетом поедете, как вариант. Совет. Уделяйте внимание вашим родным и близким. Им это очень нужно. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов день напряженный. Вы будете думать по поводу того, как вам освободиться от каких-то ограничений. Что-то сковывает вас, не позволяет вам расправить ваши плечи, да, расправить ваши крылья. Вы хотите показать себя во всей красе, заявить о себе. Но что-то не дает вам это сделать. Да? Вы как будто хотите вот всем донести, что у вас что-то есть, что вы чем-то, ну, владеете, и какие у вас есть возможности, какие у вас есть таланты. Тут вы будете бороться с ограничением. Очень хочется вам блеснуть. Вот в этот день очень хочется блеснуть, произвести впечатление на людей. Совет. Постарайтесь отвлечься. Постарайтесь больше читать и что-то изучать в этот день. Вам откроется ценная информация. Козерожки, карта дня для нас. Так, ну для козерожек здесь
решение вопросов с казенным человеком. Это может быть врач, это может быть военный, полицейский, допустим, кто-то по форме, что-то будете решать, что-то будет, о чем-то будете договариваться. Но вполне вероятно, что в этот день вы столкнетесь с какой-то конкуренцией. То есть, может быть, кто-то будет вами манипулировать. В то же самое время королева мечей может показывать вот ваше настроение. То есть вы будете настроены на то, чтобы с кем-то биться, да, то есть чтобы защищать свои интересы. Мы видим тут двух противниц, да, две противницы, но одна будет действовать очень логично. Здесь вот очень все продумано, шаг за шагом, да, она будет продвигаться вперед. А вот другая противница, что она здесь делает? Она делает игру и использует в своей игре других людей. То есть тут может быть какая-то интрига, склока. Но для Козерога необходимо объединиться с кем-то. Для того, чтобы победить вот в этом, нужно объединиться, нужно действовать сообща. Сила ваша будет в любви, в вашем партнере или партнерше, то есть вас поддержат. У меня такое впечатление, что это кто-то на работе. Будьте прозорливы и благодарите людей за их помощь. Водолей, карта дня для вас. Водолеи будут о чем-то думать, и, скорее всего, что ваши мысли займут финансы, распределение финансов, на что их потратить, во что их вложить, что раньше купить. Ну и вообще, как быть с деньгами, да, как увеличить доходы, стоит ли вот вкладываться в какие-то ценности, ценные бумаги, металлы. Ну, я думаю, что решение вы найдете. Если вы ищете какой-то доход, то вы тоже его найдете. То есть решение вопросов с деньгами будет с благополучием найдено. Счастье, да, сила ваша будет заключаться в вашей яркости, в вашей жизнерадостности, в вашей целеустремленности. Прислушивайтесь к интуиции. Рыбки, карта дня для вас. Для рыбок день на самом деле такой серьезный. Здесь будут какие-то у вас панические атаки, переживания, страх перемен каких-то. Да? Что-то в вашей жизни меняется. И вот вы чего-то боитесь. Вы боитесь, что, возможно, вас осудят за что-то, или вас не поймут, или не поддержат. И что вот с этой ситуацией вы останетесь, знаете, как-то наедине. То есть самим придется что-то решать. И даже здесь дело не в решении. Ответственность вы на себя возьмете. Но вопрос в том, что вы будете бояться осуждения, что вас не поддержат просто. Уделите внимание, кстати, вашему здоровью. И вот эти перемены связаны, во-первых, с детьми, во-вторых, они связаны с вашими детскими мечтами, которым уже пришло время исполниться, или пришло время появиться ребенку в вашей жизни, или пришло время тому, чтобы ваша детская мечта наконец-то стала реальностью. То есть тут какая-то будет серьезная глобальная перемена. Я не говорю о том, что она будет именно в этот день. Нет, но вот начало как будто положено, да, вот этот механизм будет запущен. И вам необходимо будет проработать ваши страхи. Да, то есть проработка страха должна быть.
совет. Но здесь вы должны что-то подписать, да, как подпись поставить, согласиться с чем-то, взять на себя вот эту ответственность. Может быть, это начинается какой-то новый этап, новый урок в вашей жизни. Вот вы должны быть к этому готовы. Потому что, в принципе, вот в таком состоянии вы начнете этот урок, и в таком состоянии вы его закончите, завершите. То есть вы его пройдете достойно, и на вашем пути будет помощник, будет единомышленник, будет кто-то, кто вас будет поддерживать. Вы будете не одни. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.